ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно». А знаете ли вы, что... Придуман ответ маме, когда она запрещает есть шоколад. Скажите просто: «Мама, шоколад мне нужен для работы мозга. Может, вам и разрешат съесть немного?» Немного – это пара кусочков, не больше. Шоколад должен быть правильный. Как такой найти, рассказали в Роскачестве. Это служба, которая изучает товары в наших магазинах. Лучше всего есть горькие шоколадки с содержанием какао не менее 70%. В составе хорошего шоколада должно быть какао-масло, тертое какао и сахар. Ничего больше. Не нужно бояться, если шоколадка вдруг покрылась белым налетом. Это один из признаков натуральности. Просто хранили этот продукт неправильно. Только качественный шоколад сможет поднять человеку настроение и поддержать его мозг в период умственных нагрузок. А знаете ли вы, что... Есть холодильник, в котором живет счастье. Не верите? А вот послушайте. Необычный номер класса люкс, это значит очень роскошный номер, открылся в одном из отелей Финляндии. В таком точно захотел бы оказаться каждый ребенок. Гостям там предоставляют неограниченный доступ к холодильнику, который полностью забит мороженым. Какого тут только нет: шоколадное, лимонное, кокосовое со вкусом маракуйи и яблока. Для получения большего удовольствия от мороженого в гостиничном номере висят настоящие качели. Также для гостей приготовлена коллекция фильмов и мультиков. Они особенно хорошо идут под холодное сладкое. В отеле говорят, что таким образом хотят сделать людей счастливее. Многих мороженое возвращает в детство и отвлекает от повседневных дел. Ужасно интересно все то, что неизвестно. А знаете ли вы, что... И животные теперь могут стать космическими туристами. Животных разрешат брать с собой на борт ракеты космическим туристам. Об этом рассказали в российской компании, которая готовит такие полеты. Там уточнили, что сделают отдельные места для животных в семиместной ракете. Ну, конечно, это будет стоить очень дорого. И непонятно, как питомцы перенесут высокие скорости и невесомость. Первый полет такой ракеты запланирован на 2025 год. Туристов поднимут на высоту 200 километров. Для сравнения, обычные самолеты летают не выше 11 километров. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа... Ужасно интересно все то, что неизвестно.